Всем привет, с вами я, Агустина. Вы на канале Кенгуру Нет Юа, я чуть-чуть приболела. Но все равно я вам расскажу о муфтах в рукавичках на коляску. Они такие пухнастые, еще не смехом. Рукавички бежевого цвета, и по краюшкам и внутри мех. Муфты рукавички относятся к бюджетному сегменту. Их преимущество – это их цена. Каждой муфте по 4 кнопки. Внутри мех полушерсть. Снаружи плащевка. Утеплитель политекс. Эта муфта может превращаться в коврик, как и другие муфты. Смотрите, какой у нас получился ковр. Его можно подкладывать на скамейку или на качелю. Делаем отдельную муфту. Соединяем кнопочки. Вот у нас получилась отдельная муфта. К Новому году уже обещают снег, так что берегите свои ручки от холода. Всем пока-пока. Если вам понравилось мое видео, пишите комментарии, поставьте лайк, не забудьте подписаться.